Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди, на аппарате The Cameron Files, The Secret at Loch Ness. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наше расследование. Так, что у нас здесь в дневнике? Мы побывали на винокурне Макграба. Должен же у Макфарли где-то быть кабинет. Вот его мы будем сейчас искать. Так, где может быть кабинет? Ну, я думал, что кабинет его это та комната с кучей книг, камином и столом письменным. Где она находится, кстати? Я уже тоже не помню. Ну, давайте здесь походим по кругу. Значит, там у нас кухня. Нет, кухня справа, а здесь что? А, сюда мы не можем пройти. Сюда мы не можем пройти. Вот. Я думал, что вот это кабинет. Но это, видимо, не кабинет. Все-таки библиотека для чтения книг. Хотя здесь стол стоит такой письменный. Или нет, это не стол, это просто такая столешница с книгами тоже. Как тумба, типа. Так, а на первом этаже, получается, мы больше и не можем никуда войти, да? Ну, там-то у нас просто еще одна гостиная большая такая. Так, это комната госпожи Макфарли, хозяйки. Вот это вот еще какая-то комната, мы здесь были, но мы не можем вот туда пройти, вот в ту дверь. Так, ну это уже подъем на чердак, здесь тоже мы не пройдем. Так, ну это наша комната. Это гостевая. Ну все, в принципе, там уже спуск в кухню и прачечная. Ну, видимо, его кабинет какой-то тайный, что ли, тайная комната где-то. Не появились новые подсказки, как искать? Нет. Что у нас есть? Что это за диски? Янтарные диски, зеркальные диски. Так, ключ из трости. Трость. И перстень с печаткой. Так. Давайте вспоминать, где, в каких помещениях мы что-то необычное видели. Что-то, что можно еще использовать, может быть. Так, ну там мы уже вскрывали тот шкафчик.
Эй, я уже где-то видел этот знак. Вот этот знак? Дракончик? А у нас, по-моему, на трости дракончик, да или нет? Вот. Трость, оказывается, была ключом. А вот открылась. Трость была ключом. Отлично, отлично. Кабинет мы в итоге нашли. А почему он был тайным? Почему Фарли свой кабинет прятал? Вот там еще лестницы. Давайте по порядку будем осматриваться. Что здесь сделать? Так, спичек у нас нет, уже свечи зажечь. Ключ. А, да. Так, опять-таки латынь. Шесть символов. Латынь. Латынь, латынь, латынь. Ладно, давайте вначале осмотримся полностью, потом будем разбираться уже, что куда вводить. Так, Мойра. Что такое? Вообще ничего нет у него на столе? Интересного, важного. Так, что-то нужно будет когда-то потом сделать вот здесь. Так, и с окном что-то нужно будет сделать. Это запоминаем пока что. Опа. А это что такое? Вот это вот. Что за капсула прям... Кольчужная перчатка. Оконная ручка. Ага. Это, видимо, для того окна, которое мы как раз таки видели только что. Окей. Зачем нам перчатка кольчужная? Что это за оборудование? Чем он здесь занимался? Так, ну пока что ничего не могу здесь сделать. Видимо, потом. Так, где то окно? Вот это вот. А, ну пока что не нужно это, да? Ладно. Пока что мы можем только вот разбираться с кодом. Так.
6 символов нужно. Ну вот есть. Вот такая вот типа расшифровка, да? Но это не то. Это нам сейчас не поможет. Может быть, вот 6 символов. МЦЦХЦВ. Попробуем. МЦЦХЦВ. Да. Окей. Это сейф. Эй. А, не могу посмотреть. Что я здесь могу взять? Только лишь конвертик и все. А здесь, может, документы какие-то важные, которые прольют свет на происходящее. Здесь еще открыть можно. Ладно, ладно, не надо, видимо, нам это. Что же мы подобрали? Перчатка кольчужная, которую мы подобрали. Стул, который мы видели, и что это получается... Кнопка, кнопка, потом поднять ручки вверх. Потом повернуть вот эти вот. То есть стул, по сути, является каким-то кодовым замком, что ли? И нужно это делать в перчатке, наверное. Чтобы... Хотя нет, подождите, это не резиновая перчатка. Я только хотел сказать, что чтобы током не ударило, но это кольчужная перчатка. Тогда не понимаю, зачем. Но она неспроста здесь. И мы ее подобрали тоже неспроста. За таким количеством предосторожностей что-то должно скрываться. Кристалл Макфарли наверняка где-то неподалеку. Окей, давайте попробуем. Так, ну давайте оденем перчатку. Вначале давайте, подождите, проверим еще раз точно последовательность. Значит, 1, 2, потом 3, 4. И опять-таки справа налево 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вроде как ничего сложного. А я не могу одеть перчатку. Но она неспроста. Перчатки взять, а получается, я ее все-таки одел, да? Может быть, без перчатки нельзя брать там? Кристалл Макфарли. А новая запись не появляется? Что такое? Кажется, я опять заперт. Ну ничего, если не можешь выйти через дверь, полезай через окно. Понял, 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 понял.
Это таймер был, что ли? Задание на время? Вот он, мисс Мойра. Я выловил его из воды. Мистер Кэмерон? Не так ли? Как продвигается ваше расследование? Благодарю, неплохо. Мой отец знал, что ему грозит опасность. Но все, что я смогла узнать от него при последней встрече, это несколько туманных намеков на кристаллы сердах и ужасные опасности, которые грозят нам, если камни попадут не в те руки. Он говорил о конкретном человеке? Нет, но он думал о том, чтобы защитить себя. Он отправил в Скотланд-Ярд важный документ об этих кристаллах. Эти сведения надо сравнить с книгой Келли. Книгу можно найти. Книга в моей сумке. О, в самом деле. Какой сюрприз. Но тогда нам осталось только получить этот документ из Скотланд-Ярда. Вот что вам нужно сделать. Идите в лабораторию отца, телеграммой известите Скотланд-Ярд обо всем, что вам удалось разузнать. При помощи шифрованного сообщения вы получите документ, который послал им отец. Возможно, они помогут нам разгадать, что кроется за всеми этими загадочными событиями. Мисс Мойра, в некоторых делах полиция бессильна. Во всяком случае, британская полиция. Лох-Несс никогда не отдает своих жертв. Будь то человек или зверь, озеро берет свою долю. Среда, 19 декабря. Кто-то в этом доме имеет гнусную привычку меня запирать. Кто? Шевели мозгами, Кэмерон. Все состояние... он, получается, зачеркнул. Старая леди, может быть? В ее состоянии едва ли. Дворецкий? Нет. Юной Мойры вчера не было в замке, и она кажется такой милой девушкой. Знак вопроса, действительно ли? Толстяк Фергус Мор? Тоже, видимо, нет. А Макграб отбыл в Эдинбург. Но, судя по всему, это вообще служанка была, мне так показалось, в ролике. Она нас заперла. Но только вот не показали, кто потом топором перерубил веревку. Я не ожидал, что в игре будут какие-то вот на время задачи. Когда шкала слева, справа, то есть сверху появилась... Я прям заволновался. Но хорошо, что персонаж сразу же дал подсказку, что нужно в окно лезть. Так. Вернуться в апартаменты лорда Макфарли и связаться со Скотланд-Ярдом. Узнать побольше об этих кристаллах. Кто же все-таки постоянно старается запереть меня на замок? Да вот, тоже любопытно. Так, у нас больше нет веревочной лестницы, кстати говоря. Интересно, как все наши бумаги не промокли? Мы ведь в воду упали. Так, значит, идем в кабинет лорда Макфарли опять-таки. Так, вспомнить бы опять, где он. Вот это вроде бы. Да. Так, мне опять нужно использовать трость, да? Так, а где телеграф-то? А мой рассказал в лабораторию идти вообще. Так. Это что такое? Ну это не похоже на телеграф как-то.
Если честно, я понятия не имею, как должен выглядеть телеграф. Что-то мы пока что с этим сделать не можем ничего. Кстати, у нас ведь есть... Это что? Пароль Мойры? Часовня Сирдаха? Так, Вот памятка. Использование телеграфа. Первое, включить аппарат. Второе, набрать номер для соединения. Третье, набрать код идентификации. Четвертое, поместить посылаемый документ на стол. Пятое, поместить чистый лист бумаги на приемный стол. Шестое, ожидать подтверждения приема. Включить аппарат. Первое. Не понял я. Может, внизу все-таки? Телеграф. Как выглядит телеграф? Может, здесь вот закрытый? Но не могу даже подойти к этому столику. Что-то сделать с картиной нужно будет. А что можно с ней сделать? Вырезать, может быть? Может быть, за ней что-то спрятано? В любом случае, сейчас мы этого сделать не можем. Опа. Раньше мы не могли осматривать стол. Индийский кинжал. Ключ от обсерватории. А где у нас обсерватория, может быть? Стоп, ага, другие шуфлядки мы не можем осмотреть, только верхнюю, да? Что нам это дало? Где может быть обсерватория? Ну, обсерватория, скорее всего, где-то вообще наверху. Никакого люка нигде нету. Может быть, вот это проход какой-то? Попробуем. А, это просто лестница таким образом сделана. Выглядит как будто, не знаю, капсула какая-то. Так, всякие приборы. Опа, статуэтка какая-то. Так, сейчас прочитаем, что мы там подобрали. Так, статуэтка ворона. Первые тесты создания голограмм с использованием особых свойств кристаллов Сирдаха.
Работа выполнена сэром Алистером Макфарли в сотрудничестве с Брюсом Макграбом и при участии Эвита Кумара Шастре. «Дьяволов кряж», 33-34 года. А, вот это та штуковина, которую мы ниже видели, с которой пока что мы ничего не могли сделать. Вот. А это диски, которые у нас есть. Янтарные диски, серебряные диски. Серебряные вот сюда ставятся, янтарные вот сверху сюда. Статуэтка, которую мы подобрали, сюда ставится. А сюда кристалл помещается. Так, ну эти формулы я даже не буду пытаться расшифровать. Ага, все. Можно будет спуститься, попробовать что-то сделать. У нас есть диски, кристалл. Кристалл нарисован розовый, кстати. Ну, может, они просто опыты проводили над розовым кристаллом. Диски у нас есть, статуэтка у нас есть. В принципе, можно попытаться, если что, будет провести какой-то эксперимент. Что-то такое. Это не может быть телеграф. Так. Набрать номер для соединения, код идентификации. Нам нужно Скотланд-Ярд. Так, нужно это записать, а номер 75-436, а код 65. Так, значит, набрать номер, потом набрать код. Ну, попробуем. Значит, 75... Четыре, три, шесть. Так. Теперь 65. Они должны обе зеленым гореть или все правильно? Но я не могу ничего изменить. В принципе, вообще ничего. Все стало неактивно. Значит, все правильно. Так. А вот сюда, видимо, поместить нужно все, что нужно отправлять, да? Да. Поместить посылаемый документ на стол. Но я бы не сказал, что это похоже на стол. В общем, туда. Чистый лист бумаги на приемный стол. Ожидать подтверждения. Так, что нам нужно отправить вообще? Пароль Мойры отправить можно... Отпечатки пальцев можно отправить. Фотку этого самого можно отправить. Да, в принципе, без разницы. Отправим все, что можно. Все, видимо, да? Звонок звенит. Что это означает? Это означает, что можно посмотреть уже
Типа, нам ответили? Да. Так, где ответ? Ответ Скотланд-Ярда. Мы получили ваш запрос и изучаем пересланную вами информацию. Вы можете рассчитывать на наш ответ в течение суток. По скриптум. Великолепная фотография лохнесского чудовища. Окей. Я не могу туда подойти. К тому столику. Судя по всему, нет. Ладно, ребята, давайте мы, наверное, здесь прервемся. А в следующей серии уже будем разбираться с другим аппаратом. Если уже есть возможность, попробуем провести там эксперимент какой-то с кристаллом. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.